Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница, и напоминаю по традиции, на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании, также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, и плюс вы всегда можете найти там с кем поиграть, ребят, ссылка тоже есть в описании, вот сегодня я буду максимально короткий, так что переходим к самому ролику. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. А, кстати, не забываем ставить лайки, писать свои комментарии прямо сейчас под этим роликом, во, все, поехали. Опять с пистолетами? Да, надо, блять, выкачивать это говно, мне с них убивать надо хуевую тучу. Надо сетевуху с ними зайти, наверное. О, слушай, а что, мы видюху, мы, наверное, не пойдем искать видюху. Она мне нужна. Она тебе нужна? Мне нет. Да и все тут нахер я. Тут у меня Катя. Вон сюда, и вон до острова можно доплыть. Опа, стой. Вот иду. Тут, блядь. Противник отмечен. Под мостом? Да. В дом зашел? Нет, он под мостом. Вот сюда, куда-то пробегает. Ну, блядь, надо лететь на него. Блядь. Сука, я все ебало себе разбил. Ну, давай. Вот. Сработало. Там боты. Там боты, да. Он уже в ту сторону побежал. Он, может быть, тоже либо на лодку идет. Я видел одного, но мне кажется, он не один. Ну я вот горы пизданулся. И такая штука. Мне ничего видно не было. Я так понимаю, ты их нашел, да? Одного. За этим грузовиком. Рез сейчас будет. У тебя парашюта нету, ты без парашюта летел. Блять. Гаси его. Ёб твою мать. Слушай, что у него было что-нибудь интересное? А, все, он Ультра сразу исчез. Да, пистолет, рюкзак. Надежный рюкзак у него есть. Слушай, он с надежным рюкзаком вышел. Он хотел что-то это... Он что-то крафтил, ебать, походу, себе. А, возможно. Блять, я испугался. Фух. А что я его не могу в рюкзак себе засунуть? Бронежилет на три пластины, говорит, там есть, короче, прикинь. А я его взял-то. Он почему-то рюкзак как бронежилет, ебать, отображается. Слышишь, что? У меня там вообще масло оружейное якобы лежит вместо рюкзака. Да? Ага. Обнова. А, ну да, сейчас же что-то было, какая-то хрень. Пошли на лодку, чё? А еще, знаешь, надо куда-то заехать. Надо в снайперскую хуйню заехать нам. А, снайперская комната. Там, говорят, вроде как через окно можно всю хуйню залутать вообще, не заходя без ключа. А что нам лутать? Мы же долутаны. Или посмотреть сейчас? Ну, просто глянуть, да, что-то работает, не работает эта тема. Консоль надо? Мне нет, у меня есть такой броник. А. А у тебя что за броник? Wi-Fi. Wi-Fi? Wi-Fi. Ага. Ну давай, раздавай, давай кинчик какой-нибудь посмотрим, чем посидим. Только слово на П не говори, а то опять ютубчик скажет: ай-яй-яй, вы занимаетесь не теми вещами. Смотрите дурацкие фильмочки. О, наверное... Странно говорить мне про слово на букву П. Но... Я его, по-моему, ни разу еще не употребил. Не, я один раз его только сказал, и все. Но это не про людей, это про видео на букву П. Да. Тоже нельзя? Да. Это мысль, блядь, это классика кинематографа, ёб твою мать. Ну, у Ютуба другие вещи по этому поводу. Ютуб считает иначе. Он что-то как-то это говорит, типа, ну... Ну, нельзя такое смотреть, типа. Или, не знаю, или нельзя такое говорить. Ой, минус ботик. Выполнение контрактов приносит. Сейчас по-любому на это упадет, как его? На аэропорт. Ой. Уай! Закрой ворота. Все, пусть они там сами. Я думаю, давай на парашюте туда. Да? Кстати, неплохо ты летаешь без парашюта. А, вот сейчас есть, слушай. Нет, сейчас есть у тебя парашют.
А там ты спрыгивал, у тебя не было парашюта, ты такой летишь просто на руках. Я так и думаю, ну да, круто. О, тут можно на башню нам просто подняться вообще. Я Бэтмен. Бэтмен, ну. Да, они уже, по-моему, а, нет, там флаг. Нет, флаг. Они дальше убежали. А-а. Они просто скрылись дальше. У нас, ну, получается, что, по сути, через 8 дней, ну, если верить комментариям, о, они вон туда уже убежали, через, будет, типа, перезагрузка сезона. Типа, 10 мая вроде как будет это, вот эта хрень. Если я, кстати, ошибаюсь, mm-hmm. напишите в комментариях, так оно не так. То, а что кто-то... они планируют нам? Блять, что-то в ДМЗ добавить, еще что-то добавить. Ну, короче, есть какая-то у них хрень. Они... Я только сейчас вот этот люк увидел. Какой? А, ой, я вот Диметочку бросил. И не чё? Видел раньше. Он всегда там был. Но это обычная лестница. Вот он. О, пускай лезет. На, нахуй. Ног. Я увидел, но я не могу попасть в него. Блять, не могу его добить. Добил, да? Добил. 225 метров. Овера ты убил. Овера. Овер. Но он очень просто. А где его? А где его кореша? Ну, я на крыше никого не вижу. Слушай, а по-моему его резают, да? Нет, не вижу. Нет? Не, а, не, ну нет, это просто тело. А, внутри, слушай, вон там что-то вон выстрелы были в окошках. Вон, пацан, сюда. За зданием. То ли он на крыше, за вот этой вот... Слышь, у нас вот уезжает, блядь. Ну почему? Почему не пробивается? Блять, ну высадись, ёбаный в рот. Давай, ног! Блять, он выбежал. Он выбежал. Да, сука. Угробил так. Их машину! Угробил их машину. Слушай, есть короче. Контракт охота. Короче, дело к ночи. Движется. Что-то хотел рассказать вам. А, вчера это... Помогал одному проходить эти задания. Ну, подписчик. Радости было, я ебал, блядь, человека. Это же хорошо. Так, ну приносить людям радость. Ну, да. Ой, а чё, я из-за вот этого жилета я вижу так уёбищно? Да, да. Давай на правую сторону лучше. Потому что там у нас горит же метка, там второй сидит. И он, может быть, сейчас пойдет резать. Он, скорее всего, наверное, пошел резать. Потому что мы включили бэпку. Но нет, тот запрос висит. Так он же не быстро его реснет. А. Что, видишь, он прям это... Он прям сместился. Ага. Я же говорю, резает. Пиздец. Фарканыки. Фарканыки. Фараканыки, фараканыки. Блять, я резнусь. Я потрачу рез. Я жив. С пулеметом, да, застранец? А можешь дать на него метку? Да вот за этой хуй. Не могу, забор мешает. Он за забором? Направо убежал по лестнице. Ну, в смысле, внутри он сделал. Вот туда, наверх поднялся по лестнице. Понял, так он сейчас будет через это выходить. Слушай, у них всех надежные рюкзаки. Ничего, хуели. Они что-то крутят себе. Его нокнули, блядь, боты. Я прям это услышал. Как его нокнули боты, блядь. Ой, блядь. Так, я уйду. Прям с дробовика ему кто-то бахнул. Нокнул типочка. Слушай, нет, у них средние рюкзаки. Так, ну. Ну вот, подожди. Ненадежные. А кого я видел, кого надежные? На, рез возьми. Спасибо. А у меня прям был, что надежные нарисованы.
А чё надо на крафт медицинского жилета? Машина отмечена. Там бинты надо было. Бинт, крем, ещё какую-то шляпу. А на кого боты? На нас орут или на их четвертого орут? Там вот кто проезжал. Ну, вообще, мы можем заехать на химика и типа у химика забрать эту тему. Ультра-1, беспилотник, уходит на дозаправку. Как вариант. А то что-то этот Wi-Fi мне не нравится, блядь. Мне тоже не нравится Wi-Fi из-за этого дерьма. Слушай, а тут было два задания. Подожди, прикинь. Нет, так, раз. Два. Как будто задания исчезли. Ой, я что-то не посмотрел, где они были. Ну вот здесь, на аэропорту, был еще один. Их было здесь два. Разу? Да. Садись. Теперь у нас получается ближайший... ближайший. Здесь контракт отмечен. Вот, короче, можем либо сейчас взять задание и заехать на химика, либо взять задание, либо не брать задание и заехать на химика. Во. Ну... Вообще, на самом деле, похую. Да это, давай пускай этот за заданием. Попадется. Если похую, то похую. Ай! Ай-яй-яй! Вот, побегаем здесь вдвоем, а потом, я, наверное, потом когда-нибудь, завтра, послезавтра, когда-нибудь. Запишу про этих, про боссов, как хотели. О, блядь, тут. Его даже не залутали, слышишь? Кто-то либо, блядь, либо он сам убился, либо его убили откуда-то сдалека. Он там разбежавшись, спрыгну со скалы. Прилечу на... Ну ладно. Ой. Не идет рифма сегодня. Сегодня не пивной день. На Зайке кто-то есть, мы оттуда что-то трассера вот так летят вообще. Угу. Прям... Они в лаборатории просто сидят. Прям вот-вот, типа. Ультра-1, в районе замечена группа противника с особо ценным трофеем. Приказываю его вернуть. Опа. Цель отмечена на тактической карте. Не поворачивает. Ты зачем это выкинул? Да он не, у меня еще один есть. Ты что, дурак? Броню выкидывает. Ты что-то я тебя не узнаю, ты что? Ты как вообще осмелился лут выкинуть, Колян? Тебе... У меня места не, а вдруг я что найду? Так ты потом бы выкинул, такое ощущение, как будто тебе по жопе дали с утра и сказали, типа, эй, еще будешь лутаться? Будешь по жопе получать. Я просто... У меня теперь это, нет недостатка в луте. Ультра-1, это главный. Я ж нашел игрушечку одну, блядь. Я там лутаюсь, как не в себя теперь. А, нифига, я у тебя даже вчера посмотрел, у тебя на одном ролике прям просмотры хорошо залетели. Да, там вообще нормально. Он я там, где, на я следующий там, день. Я там, где тебе эти комментарии написал, что ты это. Ты что, читать-то начал, как я, вообще, что ли, это? С дуру я упал. Да, это случайно вышло. Случайно. Косплей, короче. На кого? Я не, блядь. На тебя. Не надо. Зачем? Зачем тебе это надо? А тебе этот не сказал противогаз, что типа, блядь, рядом... Поднял МБПЛА. С вами, пацаны. Вот, что МБПЛА подняли, сейчас сказали. Ну все, да, вот я сейчас тоже, меня он увидит, значит. МБПЛА меня показывает. Давай-ка сделаем вот так. Газетная мина поставлена. Ботов вижу. Он в хате сидит 100%. По-любому, и скорее всего он один. Че за вертушка, блядь? Нет, это... Или это пацаны на вертушке? Вот это, улетают. Да, это они, блядь, прикинь. Машина, да ты чё? Или нет? Не, она исчезла, по-моему. Ну надо, походу, в тачку садиться, надо это.
байтить. Чтобы они это, постреляли. Ну, если что, придешь, меня реснишь. Да. Где вы, мальчики? Где я вы? На крышу, наверное, попробую залететь. Говнюки. Где-то я слышал выстрел. Блять, ну они они походу в цитадели сидят. Потому что боты вокруг цитадели вот тут носятся, ебать, вообще. Ебучие боты, блять, нихуя нахуярили мне. Ага. Да хуя хуйни нахуяри. Бот. Я под обстрелом! Блять, он у меня в хате! Чё, блять? Это чья граната? Это его семтикс. Я дверь открываю, и он сидит там. Через дверь меня пердит в меня. Да-да. Я только просера, блять. Увидал из-за двери. Ну, консоль у него есть тут, смотри, ящики с патронами, что он там. СТБ не будешь брать, я заберу. Забирай. О, бинтик. Ну я у него консоль стырил, если что. Так, давай-ка я ящик с патронами скину. У меня их дохуя просто один набери. Надо. Давай. И ящик, наверное, с броней. Давай. Кто-то бежит, кстати, к нам. Все, боты. А, да. Это бот. Вот это что, блядь? Блядь. Ай-яй-яй. Так, надо спрятаться. Тут у нас рядышком вроде же было. А, вот задание. Здесь есть, контракт, да? Охота. Пошли за этой тачкой. Слушай, подожди. Иду. Это что, это турель кто-то поставил к этому или нет? У химика. Ну, да. Пойдем посмотрим. Ну-ка давай. Это что? Да, блядь. За шляпа такая. Вообще капец, просто нереально больно, блядь, суют. Ну, в смысле, не понял. Или это баг какой-то? Не, это баг, походу, какой-то. Тебе не говорит этот, что тут исполнители рядом? Нет. Не, это баг. Пиздец. Ультра-1, химик идет к вам. Будьте бдительны. Ну, мы знаем, что он не придет к нам. Так, что у нас? Машина вот стоит. Пойдем за тачкой, пойдем на следующую. Хоп! Блять, лети давай. Да сука, ебучая камни. Лети, лепесток, через запад на восток. Я хочу себе помазок. Чтобы был он сквозь мазок. Поглядел он через глазок. А потом он взял мазок. Вот так вот, Николай, да? Должно происходить. Какая ужасная... Проткнул зубом сосок. Ну, это перебор уже, наверное. Ну, это уже, блядь... Ну, пусть, ладно. Немножечко не так, наверное. Долбоёба он кусок. Блядь. Ну, а вот это было фирму. Это было фирму. Фирму? Фирму, именно. Это было фирму. Фирма «Помазок». Приезжай, бери, дружок. Будешь гладкий и шелковист, потому что... Че, почему потому что, Коля? Фетишист. Фу, наверное, опять за эти словечки нас могут притянуть. Ой. Нет, нормально, мало ли, что ты любишь. Любишь носки нюхать, да, там? Вот, да, а чё бы нет, там, шутки ну, про говно любишь, блядь. Фетиш у тебя на шутки про говно, например. Это, нет, я носки нюхаю, когда это проверяю с утра, можно их одевать, нельзя. Блядь. Взял такой сразу хуякс, быстренько проверил, ебать. Если все заебись такой, ну, можно еще денек у них проходить. А если как бы, ну, это, дрожь по жопе бежит, то значит нельзя их одевать.
Блять, это плохо, это грибок, ебать, стопудов, слышь. Если дрожь по жопе, ты бежит. Ну да. Почему? Ну это ж уже сильно воняет, значит, носок. Значит, у тебя грибок. Подожди, если ты хочешь сказать, что если ты неделю проходишь в одних носках, они у тебя просто будут вонять, ты такой, о, блять, это грибок. Да? А, не, ну если ты неделю ходишь в одних и тех же носках, то, блядь, это по-моему, проблема. Так я, речь-то об этом идет, что я, по-моему... Я-то думал, что ты, типа, это... Что, там типа, полдня отходила, от них уже глаза вытекают. А, что, внутри они, да? Ну, да, скорее всего. Закрыто, да? Закрыто. Блядь, там да, был ключ, не подбирал там? Да, я не стал, нахуй. А, подожди, у меня есть. Я пиздобол, у меня есть другой ключ. Поехали. Боты вправо смотрят. Меня зацепили! Кидай, но гранату! Тут даже не лутило, слушай. Так они еще не дошли до сюда. Блять, обсыпалось что-то, я думал, пацаны, не беги потихонечку. Не беги. Ну вот, давай, иди первый уже. Я тут просто, я не бегу, я ж на пистолетах быстрее тебя. Я под обстрелом. Один ног, вон там, вдали. Там еще одна мина только, аккуратно. Оглушающая пошла! Кому-то дал стан. Слушай, знаешь, что я увидел? Теперь видно, куда кидается стан, летит. Раньше не было такой хуйни. Наверху. А. Вот тут что-то скребется, блядь. Да-да, я тоже... Блядь, тут боты. Подожди, а где он умер? А, вот он, слышен. Вон тут дотек. Ты стан бросил? Нет. Боты. Где он лежит? Подожди. Чё за Мэри Кристмас? Перед входом в кустах застрял. А чё, ресы не берешь у него? Да я еще не лутал, я... Ты стрелялся, я к тебе пошёл. Пистолетик возьми. Лучше рез, наверное, возьму. А, он один вообще был, да, я так понимаю? Да. Ебанат, он ебанат. Кушает он лимонад, потому что ебанат. Блядь, ну это ж тоже хорошо было. В нашем районе видели отряд исполнителей, сказали сейчас мне. А, это значит, пацаны пришли. А в городе, кстати, спиздили задание. Мы в городе спиздили задание. Но в городе спиздили задание. Ты че, дурак, блядь? Нет, тебе, если это хуйня сказала... Садись. Слышал, пацанов, справа стрельба была. А вот машина еще слева. Да. Но это бот... Нет, вышли, слушай. Цитку, что ли, пошли? Резает кого-то, слышь? Да я всем-то, я стреляю, я всем-то на него прилепил. Блядь. А, они не исчезли, ебать. Да. Ебать, они чё, блю? Блю? Ой, тут еще резы есть. Блю, писин люблю. Фу. Но они опять не исчезают. Бля, есть подляна, стой, подожди. Мины накидать? Блядь, а есть хорошо. Мины, слышь, еще мины накидать туда. Тут по-любому должны быть где-то мины. Блядь. Мины-то будут до покоса стоять. Ну да. А у нас еще есть и этот, блядь, как его? А, слушай, а одного из них залутаю, кто-то ставил из них мины. Может, есть у них мины? Нет, по-моему, не было. Да, посмотрю еще раз. Так. А, они исчезли, все. Ага. А, ну все. Нет, нет у меня. Блять, только потратил, нахуй. А, ёпта. Но в пещерах у нас одно задание еще. Да, и где-то еще было вроде бы. Нет, в городе и в пещере. Но в пещере, я думаю, мы не сможем взять. Мы просто по еблу там сейчас получим, ебать, и все. Откуда он вообще на машине, интересно, приехал? Где он у него?
тусовался. Ультра-1, противник поднял тревогу, будьте осторожны. Дружок, пирожок, сладкий он. Чё? Рандомчики на этот. Кто-то стрельнул нас, слышал? Нет. Глаз чесал, занят был. Мне показалось, кто-то слышал. Мне показалось, кто-то слышал. Кто-то стрельнул. Я не видел, чтоб что-то слышно было. Ну, запах же ты же слышишь, блядь. Перформанс. Как сомелье, ебать. Слышим запахи. Так, а это прям что, внутри еще? Слышишь, да, как подмышка пахнет? Да-да-да, или как носок, ебать, у твоего этого верблюда. Верблюда. Ой, слушай, вполне себе безопасно. Поехали. Ультра-1 это главный. Блять. Ваши данные содержат информацию о группе противника, захватившей центр. Блять, там же, прикинь. Нам поручено его вернуть. Да, проверьте, а у нас солярки нет, кстати. Да нам тут доехать-то. Контакт! Просто он на минах взорвался, ну, да. Нет, интересно. О, он в тачку сел. Нет еще. Сел. Там бронированная стояла. Вот такая вот. Блять, нам тачка нужна. Да. Ну, а, подожди. Эту, наверное, можно и забирать. До бронированной давай доедем. Нихуя он охуел. Походу он ебет сейчас. 100%. Нихуя он охуел. Ну, так, нихуя. Тогда я думаю, давай я, наверное, за руль саду. А то я с пистолетами точно из давай. Машины ему ничего не сделаю. Садись. Погнали. Да, он на выход шпарит, ебать. Гони! Гони! За погоней! Только почему он, блядь, это? Какого хуя он не взорвался, блядь? А может, он их не лутал? Шнаперка. Сейчас будет вызывать, блядь. Сейчас будет вызывать. Давай вот сюда, сюда, ближе к пригорку, правее. Сказать, блин, ну как так, когда я беру цель на убийство, они на другом конце карты, а эти сразу здесь. А, ну он не вызвал нихуя, слушай. Он бэп включил. Здесь контракт охота. Нихуя, я... Ты его задавил? Да он прям, он на бэп, нет, он там в углу сидит. Ультра-1 это главный. Где? А, все. Пиздец, он дурак. Я, блядь, перепрыгнул даже, на другую крышу, блядь, даже. Холодильника, канистра, блядь, что у него тут? Ресы, блядь, нихуя у него такого нету, блядь. А нахуй он там сел-то, блядь? Вызывать надо было по-быстрому, блядь, и съебываться отсюда. Глупец. Маленький штантец. А, меня он, кстати, не... Чего, блядь, зона так хуярит уже? О, как? Серьезно? А, ну, слушай, это... Чё? По логике? Задание-то больше не... А, слушай, там чемодан... А, не, это он задохнулся, да? Ну, вообще, да. Но мне кажется, кто-то есть еще. Ну, можем... Вот прям вот... Покараулить 100... выход и уехать на последнем. Да, я вот тоже так думаю. Прям... Рад стайл. Потому что мне кажется, что что-то здесь, ебать, нечисто попахивает, блядь. Какими-то пердушками. Потому что что-то как-то, очень легко все прошло, и мы вышли даже. А ведь такой хуйни не должно быть. Согласен. А еще плюс из первого раза. Мы умереть должны, блядь. Так, кто-то меня там спрашивает, что из чего крафтится. Смотрите, обычный броник из этой хуйни, это из этой хуйни, это из этой хуйни, вот это из этой хуйни. Ну и тут далее, вот видите, всю вот эту хуйню. Я не вижу смысла это все, ну, как бы рассказывать, потому что можно подойти к магазину и увидеть, что из какой хуйни крафтится. Часы мне надо, короче. Зачем? Что ты хочешь? А! Для медицинского. Не хватает только часов. Слушай, а мы я химика думаю, вообще можем найти в газу? А вот он... прям сейчас. А, ну слушай, он не должен сдохнуть так. Да не, все, мне кроме часов больше ничего не надо. Одни часики, я его смогу скрафтить. Ну давай. Похуй, найдем тебе часы. Они мне, кстати, где-то попадались, а вот где, я не знаю. Да сука, не стреляй меня, нахуй! Пердун, ебаный. Куртехи надо лутать. Да, о, все, нашел.
пошел. Вы меня. Так, это ты себе медицинский. Не... Че там для медицинского? Крем, бинтик и часы? Нет, три бинта, спиртное и часы. А, три бинта, спиртное и часы. То есть что-то надо это, ну, типа дезинфекция один... там у кого, да? Один бинтик у меня есть, да. То есть два бинта тебе надо, спиртное и часы. Ну и там это с Wi-Fi жилетка лежит. Не, мне с Wi-Fi не надо, у меня этот глаз. А надежного рюкзака у меня нету, чтобы это на свой второй перетащить. На другого типа. Вот я тоже пожалел, что с того не сняли, бля. Да, в принципе, как бы пошел он нахуй. Блять. Ебать, а так себя, кстати, сдерживаю, чтобы, блядь, Horizon не запустить просто стрим, блядь, по нему. И сидеть его стримить. Несколько часов прям, блядь. Да, есть такая хуйня. А ты чё стоишь? Радиоактивное облако приближается. Просто? Понял. Потому что, блядь, я вот начал его на YouTube выкладывать, уже кто, допустим, его просто смотрит, да? Угу. И я такой сейчас хуякс на стриме, блядь, там. 12 часов отыграю, ебать, они потом такие, а ты не охуел ли, ебать? Во-во-во, блядь, я такая же хуйня. Угу. Потому что там некоторые пишут, типа, да давай второстепенки, а вот и пацаны, я же говорил, давай, типа, просто второстепенки, говорит, попроходим. Нет, там боты. Нет, с машины вылез. И он в воде. Да, он на мне. Тевен Амену. Вот, типа, проходи второстепенки, я такой думаю, ну, я сначала такой думаю, блядь, ну реально, второстепенки можно попроходить. А потом такой, блядь, ну я сейчас пройду второстепенку, и это, буду пиздец залутанный такой, и начну проходить, все такие скажут, ты где это сделал, ты где залутался, и там уже 3 километра у тебя уже этих там уровней, блядь. Слушай, а он лежит, Колька. А чё он, блядь, лежун? Лежит, воняет, тухнет. А чё воняем, чё лежишь, чё ждёшь? Выходи давай. Выходи с игры. Кидай приглас, мы тебя поднимем. Мы тебя с собой возьмём, слышишь? Ты миссии выполнял, наверное. Мы тебе дадим выйти. Кидай запросик. Запросик, друган, кидай. Пресс F. Кидай быстрее, я тебя ресну. Это поможет. 10 секунд, тебе наверх ещё надо подняться. Пока, Кость, прощай. О-о-о-о-о. Вот, блядь, что значит не ставить... Звук включать микрофон, он всегда включает. Я бы реально бы остался. Но я бы его все равно не поднял. Нахуй надо. А он реально, он просто лежит, блядь. Да? Он до сих пор лежит. Прикинь. Пиздец, я вообще в ахуе. Вообще. Нахуя? Он это делает. Ну все, я у меня еще полдня, пойду. Horizon еще хуевую тучу запишу. Кстати, знаешь, что хочу сказать? Спасибо всем, кто смотрел этот ролик до конца, послушал наши песенки. Не забываем подписываться на канал, ставить свои лайки, писать комментарии охуенные. И плюс еще, напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылки есть в описании, есть Дискорд. Я всегда выкладываю самые свежие новости. И в Дискорде всегда можете найти, с кем, блять, поиграть. Во! Ссылки все есть в описании. Переходим, подписываемся, пользуемся, радуемся и охуеваем от удовольствия. Я почему-то убил двоих. А я пятерых. А как это, Колян? А я ж много убивал. Понятно. Вот на этом ролик заканчивается. Всем спасибо, всем хорошего настроения и пока-пока, ребят. Пока-пока.